Всем привет, с вами Андрей Сонар, и сейчас я нахожусь на водном фестивале «Новая смена» на Лосевских порогах. Тут команда «Тайм Триала» вместе со своим оранжевым домиком. Ну вот я сегодня с утра приехал, а тут уже волнотрон накачан, я только моторчик привез. Сейчас проверю волнотрончик немножечко, один кружочек сделаю. Держа лесенку, именно спасение утопающих. Девушки не утопают. Думаешь, это как поможет? Камера пишет. Погоди. Бегает, пишет. Ну, первый пошел. Морские котики. Работают морские котики. Десантирование. Какая у меня десантная баржа большая. Блин.
День уже к концу идет. Накатались, накупались, на всяких лодках наездились. Я уже там 1000 рейсов сделал, наверное. Возил всех по порогам лосевским на волнотроне. Пытался волнотрон перевернуть в пороге. Вообще не вышло. Он подлетает, шлепается на днище. Ты там должен упор создать, чтобы на тебя это дело не поехало. Мак, оба! И моторчик висит, все хорошо. Теперь обратно что? У нас инвентарь уплывает. Почти. Ну, надо сказать, нормально. Да.